Всем большой весенний привет! Сегодня мы идем на прогулку на Травертиновый водопад, наш красивый зеленый лес, вместе с нашим другом Ричардом. Ричард, скажи привет всем. А, все, Ричард у нас уже грязный. Да? Давай опять. Нет, он уже занят своими делами. Прогулка будет очень красивая, живописная и интересная. Так что давайте вместе с нами. Пойдемте посмотрим, какой там сейчас водопад. Должен быть, по идее, полноводным. Потому что сейчас весна, как раз прошли дожди. И должно быть очень здорово там. Государственный природный заказник «Русский лес». И вот сюда вниз по тропинке мы сейчас спускаемся. Спускаемся вниз к ручейку, к речке. Здесь внизу она течет. Уже слышен шум. Мы в этом году немножко позже идем на Травертиновый водопад. Уже отцвели белые цветочки. В том году мы ходили, тут еще все белое-белое было, такой белый ковер. А в этом году не получалось из-за дождей. Но все равно лес очень красивый и живописный. А вон уже и речка. Давай, Рич, проходи. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Танки грязи не боятся. Переходим ручеек. Оп. Оп. И забираемся наверх. Что-то тут дорогу от дождей размыло прям. Все. В рытвинах таких. И вот он виднеется, Травертиновый водопад. Мы дошли. Классно. Красота. Ну, конечно, наша собака в первую очередь купаться полез. Рич, как водичка? Ричи, водичка как? Круто? Довольный. Вот такой красивый Травертиновый водопад. Находится в 5 минутах ходьбы от центра города Ставрополя. Куда ты пошел? Ты там пещера, говорит. Кто там живет, кто-то наверх. Сейчас тебя за нос хватит. Смотри, вылезай оттуда. Оп. Это водоплавающая собака, которой только бы любую лужу найти. Вот такая здесь природная красота. Прям скалы, пещерки маленькие. И такой водопад течет.
там вот за водопадом есть прям пещерка такая. Вон она. Туда пройти невозможно просто, здесь везде вода, все ноги мокрые. Классно, красиво. Здесь струйки текут. Красота. А сейчас мы пойдем вот туда наверх, к истоку этого водопада. Откуда он начинается? Там тоже очень красивые места. Вот мы поднялись наверх этого водопада. И вот сверху течет такой ручеечек. Вон оттуда. А вот там внизу этот водопад, возле которого мы сейчас были. Отсюда его не видно. И речка такая протекает. Речка Барсучка называется. И пойдем дальше вверх по ручью. К началу этого водопада, к истоку. Глянь, как прикольно. Ручей течет через ствол дерева. Насквозь прям. Вот это да. Класс, Ля. Пробил себе дырочку такую, глянь. И вытекает. И вот туда дальше. Он течет вот в эту речку, откуда водопад вытекает. Ну, раньше обтекал, наверное. Ну да, раньше он как-то обтекал, вот здесь вот мокро всегда было рядышком или сбоку. А сейчас пробил себе дырочку напрямую. Вот она. Колея это. Вон туда втекает он. Ну да, так долго дерево не простоит, подгниют корешочки. Ну да. А мы идем вперед. Тут немножко совсем пройти, буквально 20 метров, и уже будет еще одна красота. И вот мы подходим к месту родника, откуда вытекает этот ручеек и водопад. Здесь друга или подругу встретили. Рич, пойдем. Ну да. Это мусорная прям ванночка, да, такая? Ну да, насыпалась. В начале весны она чистая-чистая такая. Ну, с дерева насыпались эти штучки. А вот отсюда начинается этот ручеек. И от него водопад. Вот в скале прям родничок вытекает. Вот здесь такая скала, подъем высокий прям. И вот тут снизу вытекает этот ручеек.